Du hast dich bereits bewährt. Und du hast bewiesen, dass du Probleme aus der Welt schaffen kannst. Heinrich, hiermit ernenne ich dich zum Vogt des Weilers Pribislawitz in meinem Lehen. Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И сегодня мы с вами продолжаем играть с Kingdom Deliverance. И наконец-то вышло долгожданное дополнение из пепла From the Ashes. Оно называется на английском языке. Ну и переводится, соответственно, из пепла. Так, давайте почитаем, что здесь. Я тоже только что включила игру, только что загрузила это дополнение. Итак, после того, как вы со своими товарищами по оружию изгнали бандитов из Прибыславицы, деревня ждала обычная судьба – быть медленно поглощенной окружающими лесами. Очень жаль, до того, как она была захвачена лидером преступников, это было просторное, многолюдное селение, судя по размерам разрушенного костела, единственного сохранившегося признака прошлого процветания, очевидно. Так. Вас всегда интересовало, почему люди не вернулись, чтобы снова там жить, так что вы были приятно удивлены, когда пан Дивиш сообщил, что у него имеются планы насчет его бывшего поселения. Вам точно неизвестно, что он имел в виду, но вы были бы рады помочь. В Тальмберге у вас определенно получится узнать, что необходимо сделать. Ага. Итак, значит, та самая Прибыславица. Так, escape закрыть. Прибыславица, это хорошо, мы с вами в Сазаве. Друзья, я не знаю, дело в том, что все... мы тут были не одни. Очень странно. Давайте-ка я посмотрю на карту и посмотрю, что там у нас теперь, какие у нас изменения в связи с этим произошли. Так, на карте, как видите... Прибыславица значится так, как она есть. Соответственно, нам в Тальмберг и спросить у Дивиша. Ну, мы туда непременно, естественно, выдвинемся. И хотелось бы мне это сделать, честно говоря, прямо сейчас, прямо из Сазавы. Потому что если мы сейчас здесь с вами начнем сазавские дела, то мы, конечно, в них увязнем. Это основной квест, это расследование дела о фальшивом монетчиках. Так, давайте-ка я вспомню вообще, где я, что я и сколько у нас время. Так, ага, это мы с вами еще не поспали, вот оно в чем дело. Это наш Индра побежал ночевать и так и не успел ничего сделать. Поэтому давайте-ка я сейчас присяду нашим героям. И, во-первых, посмотрю, что можно почитать. Так, дай-ка мне свой инвентарь. А мы же вроде там жизнь в корчме приобрели. Могу я ее почитать сейчас? Изучить. Да, смотрите-ка, можно, можно, можно. Прогресс 100. Так мы, наверное, и сделаем. И чтение, и пьянство новый уровень. И мы стали сильнее в пьянстве, друзья. Так, что бы это ни значило, жизнь в корчме у нас изучена. И если мы сейчас посмотрим на наши статы, на наши навыки, пьянство у нас теперь восьмерка. Какой прогресс, какое счастье. Ладно. Так, ну очков никаких не добавилось. Пьянство я качать не собираюсь. Я собираюсь просто поспать нашим героям. И увидимся уже ранним-ранним утром.
Так, друзья, ну что ж, итак, мы поспали. И даже не позавтракав, я вот в раздумьях, что делать. Дело в том, что при сохранке, ну, как обычно, спишь, игра сохраняется. Ни с того, ни с сего вдруг она у меня взяла и вылетела, чего не делала никогда. Ну, по крайней мере, с такой силой, так что мне пришлось перезагружать весь компьютер. Не знаю, что это, либо это все-таки дополнение как-то еще не угнездилось тут у нас. Чья такая лошадь тут стоит, интересно. Либо, опять же, поставила я патч на улучшенную озвучку. Ну, немецкую имеется в виду. Раннее утро, они уже бухают. Научись, как ездить верхом, кричит нам злобный дядька. А мы, друзья, все-таки выдвигаемся в Тальнберг, потому что мне ужасно интересно, все-таки, что это за дополнение и в чем оно состоит. В Сазаву мы с вами успеем, наверное, все-таки доехать. Никуда это задание не денется. Это основное задание, оно будет у нас висеть, пока мы не созреем его сделать. А поэтому, ну, не знаю, сколько нам надо будет до Тальнберга. И как показывает опыт, в принципе, вот так вот быстрое перемещение гораздо дольше. Индра едет в Тальнберг там полдня. Когда так, мы, наверное, доскачем за пару часов. Друзья, ну это не повод вас мучить с дальней дорогой, поэтому увидимся с вами уже в Тальнберге. Друзья, мы с вами, естественно, натолкнулись на какого-то товарища. Идиот in sich план. Ну что ж, нищий, и что ж у тебя за план? Worum geht es? Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Да что ты? Die feinsten Waren zum unschlagbaren Preis. Ну, покажи. Na gut, zeig mir dein Angebot. Wie du wünschst. Ach, вот оно в чем дело. Так, ну что ж, давайте закупимся у него. Это, опять же, учебник по вскрытию. А продать мы тебе что-нибудь можем? Кстати, давайте продадим ему другую книжку. У нас же есть прочитанная «Жизнь в корчме». Ну вот, предложим ему. Сапоги охотника, вот, держи. Что еще тебе сбагрить? Да еще и поторговаться. Обязательно. Ах, нет, не стали мы торговаться. Странно. Ну. Нищий с таким кинжалом. Ну что ж, ладно. Неплохо, мы взяли учебник по вскрытию замков и продолжаем наше движение в сторону Тальнберга. Что-то мне тут не нравится. Тут какая-то кровища. И там кровища. Так, друзья, давайте-ка разведаем это дело. Опять какое-нибудь происшествие. Дело в том, что мы находимся в тех местах, в которых не были. Я здесь, по крайней мере, несмотря на 80, какую там, шестую серию, еще не бывало. Хотя нет, на этой мельнице мы с вами были. Ну вот здесь вот пробегали, здесь не были. Здесь у нас есть мельник с заданием. И вот, наконец-то, эти тучки, которые здесь висели, развеялись. Ладно. Происшествие. Ага. Так, происшествие в одуванчиках. Ну, происшествие, происшествие. Мы таких происшествий видели с вами уже целую кучу. И не всегда означает то, что в этих происшествиях можно что-то найти. Но, в принципе,
дерево явно подпиленное, подрубленное. Вот кто-то сюда то ли полз, то ли шел, то ли именно отсюда оно все и падало. Да? Смотрите, вот еще кровище. Это елки с палками. Давайте что-то посмотрим. Вот еще кровь. Кто-то кубарем отсюда летел явно. Вот, слушайте. Человек и сундук. Мы, естественно, все возьмем. Вот тебе и происшествие. То есть, скорее всего, эта телега упала, человек упал, и весь на последнем, так сказать, издыхании он тянул не сколько себя, сколько свой сундук. Так на нем и помер. Если бы в том сундуке было что-то действительно ценное. Ценнее, чем жизнь, нету никаких богатств. Так что вот так вот, друзья, натолкнулись мы с вами на происшествие. Так, ну а теперь-то мы точно будем продолжать наш путь в Тальнберг. Где ты? Давай-ка, лошадка. Поехали, Бублик, поехали. И увидимся с вами, друзья, через пару секунд. Так, друзья, ну и вот тот самый Тальнберг, который мы с вами уже вдоль и поперек исходили, где мы числимся главным ловчим. Оленя мы так и не поймали. Не поймали мы оленя, нет. Мы здесь совсем по другому делу. Мы здесь для того, чтобы поговорить с Дивишем. Я надеюсь, он не отправит нас ловить сразу оленей. Так, ну что, Штефани, ты говорила, что нам с тобой надо хорошенечко поговорить? А разговаривать не хочешь? Ну ладно. Так, где Дивиш? Ага. Нет, скрывать никакие замки мы не будем. А попытаемся его так найти. Ага, спальня. Дивиш молится. Так, пан Дивиш, разговор есть. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Слушай, что происходит в Прибыславице? Kann ich dir zu Diensten sein, Herr Divish? Mir ist da etwas über Прибыславице zu Ohren gekommen. Heinrich, du kommst genau im richtigen Augenblick. Ich habe jemanden nach Прибыславице geschickt. Mein Lokator Marius. Землемер? Was ist ein Lokator? Ein Landgutachter. Er hatte den Auftrag, den Zustand des Dorfes zu überprüfen, um zu sehen, ob wir es wieder aufbauen können. Так, и что, вы собираетесь заселить? Willst du das Dorf etwa neu besiedeln? Ja. Warum gerade Прибыславице? Weil es seit der Plünderung durch Herrn Havel-Medek vor einigen Jahren dem Verfall preisgegeben ist. Es wird Zeit, dass sich das ändert. Herr, es sollte dort nun sicher sein. Wir haben dieses Geschmeiß ordentlich verbläut. Und deswegen habe ich meinen Lokator entsandt. Allerdings sollte er schon längst zurück sein. Ich könnte dort nach ihm sehen, wenn du nichts dagegen hast. Ich wäre dir sehr dankbar. Bestimmt wurde er bloß aufgehalten, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Lebe wohl. Так, ну вот. Я так и думала, что не все так просто пришел и построил. Придется спасать этого самого землемера. Так, ну ладно. Землемер так землемер. А покушать у вас есть что-нибудь? Wie geht es dir, Heinrich? Да мне так прекрасно. Ich will dich behüten, Heinrich. Да-да, вот только год меня и бехютает. И никто-то меня не защитит, никто мне не поможет, никто мне кусочка хлеба не даст. Мы только что недавно обожрались, вообще-то. Поэтому хорош. Пошли.
Поехали искать того самого пропавшего землемера. Итак, я так понимаю, что нам в Прибыславицу. Давненько мы там не были, и там осталась часть добра, которого мы нажили непосильным трудом, в сундуках лежит. Ну, мне так кажется, что наверняка сейчас в связи с этим дополнением все там уже изменилось. Так, давайте посмотрим, как отсюда нам лучше в эту Прибыславицу попасть. По-моему, как-то так, но лучше посмотреть на карту. Ах, сотнику Борику нужна помощь с половцами. Слушайте, пока мы в Тальмберге, давайте к Борику заглянем. И, наверное, я просто не поставила задание, потерявшееся в лесу. Естественно, я его не поставила. Так, опороченные поэтому кочевники. Это что? Это Борик. Секрет стали. Это нам надо в Лидичко вернуться. Поэтому давайте-ка мы это уберем пока. Поставим потерявшийся в лесу Прибыславицу. Ну, кто бы мог сомневаться, что это именно там. Итак, Борик, Борик, Борик. Вообще-то в оригинале его зовут по-другому. Почему его назвали Борик? Возможно, это тоже как-то на чешский именно лад. Он зовется Борик. Его зовут Роберт. В немецком варианте. Так. Давай-ка поговорим. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Всю жизнь с протянутой рукой. Всю жизнь с протянутой миской. Чего ждем? Когда с неба каша упадет. Ай. Так. Gott sei mit dir. Да и с тобой тоже прибудет Бог. Так, Бернард меня прислал. У вас проблемы. Hauptmann Bernhard schickt mich. Er sagt, Kumanen treiben hier ihr Unwesen. Ah, von dir hat Bernhard also gesprochen. Tja, die Kumanen plündern hier in der Tat. Der Divisch hat ein beachtliches Kopfgeld auf die Bastarde ausgesetzt. Aber bis jetzt konnten wir niemanden damit belohnen. No, haben da. Die Leute hier vielleicht zu viel Angst? Nein, die wollen das Geld. Nur hat's noch keiner zurückgeschafft. Aber lass dich davon nicht einschüchtern. Die Bastarde haben bei der Straße Richtung Neuhof ein Lager. Versteckt zwischen den Felswänden. Du bekommst deine Belohnung, wenn du den Anführer erledigst. Bring mir seinen Helm als Beweis. Du erkennst ihn an der markanten Gesichtsmaske. Да, да, да. Aha, ich kümmere mich darum. Знаем мы и половца, знаем мы и маски, все мы знаем. Слушай, давайте-ка передадим ему трофеи. Zeig her. Откуда so они у нас viele. Там? Junge, du wütest, als wärst du Gottesvollstrecker. Шесть ушей половцев, друзья. Я уже не помню, откуда мы их отрезали. Но как откуда? От половцев, понятно. Давайте закончим разговор. С Бориком мы еще увидимся, очевидно, когда будем сдавать ему. Так, ну что, бедоносца? Это забавно, друзья. Такие серьезные люди. Ладно, поехали, публик, поехали отсюда, с этой печальной локации. Прибыславица в Прибыславицу. Как обычно, набрав задание полон рот, выдвигаемся совершенно не в том направлении, в котором собирались. Ну, как я и говорила, Сазава подождет. Это все-таки у нас новое. Может быть, и вам будет интереснее что-то новенькое посмотреть, потому что все уже попроходили Кинденском, и Кинденском, как вы писали, да, вы писали, приелся. Так, что я здесь хочу, почему я здесь сошла? Я хочу посмотреть, здесь же жил этот черный Петер, как я его называла. А вообще-то он был не Петер, не помню уже, как его звать. Что у нас тут, яблоки? И сколько их, 15? Мы их обязательно украдем. Люблю яблоки. Что здесь? Морковка. Нет, морковку мы красить уже не будем. Это будет чересчур. Итак, Петр. Черный гануш. Здесь у него в кружке была какая-то заначка. Подождите, а почему стоит украсть?
Ага, все понятно. Заначку я ему принесла из кружки, а значочек остался. А вот вскрыть замок нам, как говорится, не помешает. Потому что Гануш ушел с зайцем. Так, что у нас тут есть такое, достойное нашего внимания? Опять яблоко. Давайте-ка возьмем вот лучше грибы и все остальное. То, что держится. А вот это вот вообще-то мне не надо абсолютно. У нас 20 с лишним тысяч в кармане, поэтому, как я и говорила, Индра может скупить вообще всю богемию. Гануш будет у него кучером. А Борик будет чистить ему сапоги. Так, ты уже тут нагадил. Так, наконец-то мы можем умыться. Да, смотрите-ка, дом покинут. Никого тут больше нет. Так, ладно, прибыславится. Ой, собака осталась. Собака осталась одна. Ну ладно, по крайней мере, селение рядом, я думаю, что собака не пропадет. Так что, друзья, поскакали и увидимся с вами уже на подъездах к той самой Прибыславице. Для вас с тобой через пару секунд. Итак, друзья, едем мы, едем, и в принципе уже подъезжаем к той самой Прибыславице. Надо быть поосторожнее. В конце концов, не исключено, что здесь ты узнал, где Прибыславица. Да, до этого мы этого, конечно, не знали. Вполне возможно, что здесь еще есть половцы. Я не удивлюсь, если так оно и будет. Это просто идеальное место для того, чтобы прятаться. Итак, нам надо найти того самого землемера. Я не думаю, что он сидит в шатре прямо посередине. Пока что здесь все как и было. Есть одно очень хорошее укромное местечко. Не помню, я вам его показывала или нет. Я не удивлюсь, если там яблоки. Это не то укромное местечко, о котором я хотела вам сказать. А хотела я вам сказать о вот этом подвальчике. Он очень странный. Заполнены водой. Нет, здесь никого нету. Так, ну и где же мне этого землемера искать теперь? Скрыть замок. Мы вообще-то его вскрывали. Давайте еще раз вскроем. Мы вскрывали тут все сундуки. Обшаривали. Почему-то качается незаметность, а не вскрытие. Ну да, как я и говорила, ничего здесь нету. Здесь были половецкие. А, смотрите, а яд еще остался. Или возобновился. Так, и вот да-да-да, через эту дырочку мы здесь и заходили. Землемер, где ты можешь быть? Если ты тут мерил землю, ты теоретически должен был ходить по границам Прибыславица. Так, Бублик, кушай яблочки, ни в чем себе не отказывай. А у нас тут был где-то сундучок, в котором я прятала. Но это было не здесь. Собранное барахлишко. Так, 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 так. Ну давайте все осмотрим тогда.
В принципе, мы сюда возвращались, мы действительно все осматривали, но теперь кто-то сказал, пс, нет. Так, мне кажется, или там кто-то маячит? Ой, только не проваливайся. Провалиться в текстуру или застрять в кусте, это мы можем. Так. Ну да, маячит, но там маячит флажки. Надо смотреть, наверное, тоже какие-нибудь следы, если его вдруг на него напали. Все нормальные люди приходят отсюда. Мы пришли опять откуда-то немножечко сбоку. Так, друзья, я не знаю, где искать, как обычно. Как обычно, я ничего не знаю, где искать землемера. Но опять же, как я и говорила, если меришь землю, ты должен идти по периметру. Прибеславиться, так? Давай, перелезай. Но нет, на периметре ничего нету. Ладно. Тогда остается одно верное место. Это вот здесь, вот внутри. О, год. А это откуда взялось эти палки? Это очень странные палки. Их тут не было. Я бы их запомнила, потому что ты узнал, где лагерь. Ага. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Кто-то там гнусавит. Так, друзья, давайте думать, как мы это сделаем. Я думаю, что мы, скорее всего, должны низенько, низенько, низенько как-то так пробраться. Да? Что нам это даст, я не знаю. Давайте займем какую-нибудь высокую позицию и посмотрим уже оттуда сверху, как обстоят дела, сколько там людей. И лучше всего бы я отравила им, конечно, кашку. Что у нас тут? Ничего. Так. Да-да-да, кашка есть и там, и здесь. Но это надо дожидаться ночи, наверное. Так, пошли еще выше. Здесь мы бились с коротышкой. А сможем ли мы отсюда стрелять, интересно? Так, ну, давай, вставай. Наверное, нет. Хотя это был бы очень интересный вариант. Нет, скорее всего, мы отсюда не дострелим. Давайте просто попробуем.
Да, стрела летит хорошо, но выстрелить отсюда этих упырей просто нереально. Я их даже вижу-то с трудом. Бум. Так, и что? Мы заберемся сюда? Инвентарь. Пища. Бычья кровь. Так, доспех, шапочка. Оружие. Так, ну-ка. Яд. Применить. На меч. Так. Гнев боевое. Есть. И щит взять. Да, друзья, я не знаю, что получится. Я, конечно, так экспериментирую. Но давайте посмотрим. Так, ну, заходите. Ты чё сюда зашёл-то? Ich werde dich finden, du elender Hund. Musst du ja nicht weinen. Свалился? Да, ну ты ж вроде свалился уже. Друзья, нет, не вышло, но идея была хорошая. Итак, одного мы все-таки забили. Так и будем продолжать. Так, итак. Выманиваем. Для этого надо еще хоть как-то попасть, чтобы выманить. Стрелы летят слишком далеко. Черт. Пробивная стрела. Да, мне кажется, достаточно будет обычной стрелы, если мы ее намажем ядом. Но мы никогда не попадем с такого расстояния. Поэтому... Давай-ка уже так как-то. Да, как-то в прошлый раз у нас получалось лучше. Побежали. Что ж, встречаем их здесь в полном обмундировании и все как обычно. Так.
пища. Съесть. Так, единственное, что я бы, наверное, живой воды, может быть, выпила бы. Так, и гнев бивое. Вот так вот накачаемся допингом. А яд применить на меч. Вот так вот. Доставай меч, доставай. Чёрт, доставай же, говорю. Лезет. Получилось получше. А кто такие? Непонятно. Черт, 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 черт. Отходи, 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 отходи. Das wird eine Freude. Ты должен был сдохнуть уже от яда. Где, 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 где? Блин, компот. Ага, мы еще и пьяны при этом. Ай-яй-яй-яй-яй. Один пришел. Ух ты, елки с палками. Да что ж такое-то? А, он с топором. Защищайся! Черт, 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 черт. Отходи, 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 отходи. Вот это была битва. Вот это была битва. Мы еле живы. Мы еле живы. Кто это такие вообще были? Разбойники. Тук-тук-тук-тук. Стучит наше сердечко, но зелье действует. Фух. Фух, дайте-ка мы съедим яблочко. Оно тоже добавляет нам здоровья. Так, надо выдохнуть, снять шлем. Хотя, господи, друзья, я в полной растерянности. Зачем снять шлем? Надо просто убрать меч. Чтоб лучше видеть. Я прям слышу, как стучит наше сердце. Так, гроши взять.
Так, хотя подождите, что я делаю? Какие гроши? Какие взять? Фу. Давайте-ка я, наверное, на этом месте сделаю сохранку, потому что не думала я, что мы так справимся с этим жесткачом вчетвером. Но сыграл, очевидно, все-таки роль отравленный меч. Более того, давайте-ка я посмотрю, числится ли он у меня до сих пор отравленный. Нет. Очевидно, яд держится какое-то время. Ох, как он у меня испортился. Ёлки с палками. Вот это нехорошо. Давайте-ка мы попробуем сразу его и починить. И не только его. Все остальное тоже. Так, кузнец. Отлично. Так, лошадь, давай мне сюда. Наборы бронника, которых у нас нету. Ёлки с палками. Ай-яй-яй-яй-яй. Чинись, меч, чинись, ты мне еще понадобишься. Портной мне, очевидно, тоже понадобится. Как нас сильно побили-то. А бронника нету. Печально. Не подготовились. Ну, ладно. Так, закончилось наше лекарство, однако, поэтому надо, очевидно, съесть еще, например, отвар из календулы. Бог знает, что там еще нас внизу ждет. Давайте еще подлечимся. Так, и как я и говорила, давайте сохранимся. Итак, ну вот теперь-то можно, наверное, всех и все спокойненько и обобрать. Что у вас там есть, товарищи разбойнички? Забираем. Это просто какая-то эпохальная у нас крыша. Мы здесь бились. Зачем я топор-то взяла? Ну, там ничего не стоит. Мы здесь бились с коротышкой, мы здесь бились с этими разбойниками. На крыше костела. Не это ли знаково? Так, ну, бери. Толстый бери, тонкий бери. Четверо, частный жилет. Что-то новенькое. Перчатки охотника. Шапель. Ну и, естественно, отмычки. Так, стрелы охотничьи даже брать не буду. У нас их целое море. Так, мы, конечно, насобирали неподъемное что-то. Где наш? Мне так кажется, что у них еще же мечи были. Булава сотника. Это был сотник. Так, друзья. Ну что ж, немножко мы подлечились. Дальше наше лечение происходит само по себе. У нас есть этот перк. Так, все, здесь я ничего не беру. Ну что ж, идемте разбираться с тем, что есть внизу. Да давай же, используй лестницу, или ты теперь уже боишься спускаться, Индра? Посмотрим, что у нас... Что творится там у нас внизу? Мало ты убился, когда бился. Нет, надо упасть с лестницы и погибнуть бесславно после такой-то битвы. Так, ну что, я так понимаю, они все сюда пришли, да?
А где наш землемер? Разбойники. Ага, вот теперь, то есть где-то мы путались в какой-то тряпочке, и поэтому не хотели подойти к сундуку. Так, ну и что у нас там? Собачья щетина. Берем. А все остальное нам, в принципе, и не надо. Так, это все хорошо. Мисочки появляются из воздуха. Где землемер? Вот здесь, по-моему, у меня было сложено все мое барахло. Да. Вот видите, даже мясо косуля, оленя. Куча бре. Этот сундучок так и остался с нашими вещами. Так. Нет, мне это не нравится. Куда вы дели землемера? Мы их так перебили, мы даже не послушали. Эй, Господи, ты меня испугал. Вот он. Danke. Keine Ursache. Herr Divisch hat mich hergeschickt. Und das war wohl gerade noch rechtzeitig. Wie war? Ich bin Heinrich aus Galitz. Ich bin Marius Bielek, der Meisterlokator. Ich sollte für Herrn Divisch die Gegend begutachten. Na, die Banditen machen keine Probleme mehr. Und wir sollten Herrn Divisch Bericht erstatten. Jetzt noch nicht. Diese Schweine haben mich gleich bei meiner Ankunft geschnappt. Und bisher habe ich nur das Zelt zu Gesicht bekommen. Ich habe hier noch zu tun. Du kannst mitkommen, wenn du magst. Danach erstatten wir Herrn Divisch Bericht. Я бы лучше не пошел, сказал Индра. Но, естественно, мы пойдем с Мариусом. Ich begleite dich. Nicht, dass du wieder den Banditen in die Hände fällst. Was? Ist etwa noch mehr von diesem Gesindel hier? Nein, nein, ich wollte nur... Vergiss es. Wollen wir aufbrechen? Так. Присоединиться. Слушай, да, надо было, наверное, осмотреть. А вдруг действительно тут есть еще бандиты? Das wäre eine gute Stelle für das Rathaus. Unverzichtbar für jedes Dorf. Hier würde es sicher gut hervorstechen. Es stünde auf einem Hang, wo das Fundament trocken bleibt. Vielleicht mit einem kleinen Platz in der Nähe der Kirche. Das wäre die ideale Stelle. Да, а не слишком ли близко она? Ну, хотя... Так, ладно. Итак, значит, здесь мы ставим ратушу. Землемер. Где твой аршин? Die Kirche steht also noch. Gut, gut. Da hat jemand ganze Arbeit geleistet. Dafür, dass sie alt ist und die letzte Zeit einiges mitgemacht hat, ist sie gut in Schuss. Sie zu renovieren wird nicht leicht, ist aber machbar. Holz allein reicht jedoch nicht aus. Verdammt. Так, Мариус, Так, ну вот здесь я действительно не была. Hey! Что хей? Ну... Вообще очень странно, что его послали сюда без охраны, зная, какие тут неспокойные места. Вот так вот ходит человек в таком. Hier wäre Platz für mindestens einen Laden. Vielleicht eine Bäckerei? А почему именно здесь и почему так далеко от центра? Ты мне лучше говори, где корчму будем делать.
Так, ну а здесь в кустах ты сделаешь купальню. Хотя все кусты надо будет вырубить. Hier ist ziemlich viel Platz. Wenn man einiges wegschafft, könnten mit etwas Glück sogar Ställe hinpassen. Конюшня, я согласна. Нашему бублику конюшне понравится. Так, дальше что? Так, ну там вроде никого не было. Вообще уже вечереет. Слушай, давай-ка не будем делать осмотр ночью. Я надеюсь, у тебя хватит на это уразумения. Der wichtigste Weg und der Bach. Ну, купальни. Или что? Die Brücke muss verstärkt werden. In dem Zustand hält sie nicht lange. Ich denke, es würde Sinn machen, ein Wehr über den Bach zu errichten. Das Wasser ist hier sauber und kann das Dorf versorgen, bis ein Brunnen errichtet wurde. Gut, dass wir den Bach hier haben. Ohne ihn wäre der Wiederaufbau zwecklos. Так, да, друзья, если вы не видели, он говорил о том, что мост слабенький, и в таком состоянии он долго не протянет. Его надо укрепить и... Hier werden dann Vorräte und Waren transportiert. Его стоит перестроить. Так, вечереет, однако, вечереет, вечереет. Землемер, давай быстрее расхаживать. Вот здесь я тоже не проверяла елки с палками. Ich kann wegen der ganzen Bäume und Ruinen nicht mal sehen, ob genug Platz wäre. Aber wenigstens sind die Bäume gesund. Mit ein paar guten Holzfällern wird es nicht nötig sein, Bauholz von anderswoher zu schaffen. Ну, тут чего-чего, а деревьев тут порядочно. Более того, я обратила твое внимание на имеющиеся постройки. Их можно, в принципе, тоже или разобрать, или древесину употребить, камни пустить на фундамент. Steinfundamente? О! Die werden wir brauchen. Wir sind nah am Wasser. Так, о, видишь, как у нас с тобой мысли-то сходятся. Так, что еще ты мне скажешь хорошего? А как по поводу обнести все поселение стеной, нет? Хотя это уже была бы крепость. Так, только, пожалуйста, не застревай ни в каких фактурах. Hier ist viel Platz. Да. Здесь много места, здесь много места, и здесь очень много развалин. Опять же, каменных. Так, лошадь мою не пинай. Бублик, ничего так? Стой. Es gibt hier schon einen Brunnen? Umso besser. Ага. Так это все-таки колодец у нас имеется в виду. Такой странненький колодец, ну да ладно. Viel Platz, sauberes Wasser, der Dorfanger in der Nähe. Perfekt für eine Schenke. Корчма, как обычно, недалеко от церкви. Это уже традиция. Alles Nötige wurde begutachtet. Ну что еще не так? Мариус, Мариус. Так, как проходит твой осмотр? Kann der Wiederaufbau beginnen? Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die wenigen verbliebenen Ruinen werden kaum von Nutzen sein. Außerdem ist alles überwuchert. Oh je. Yeah.
Das muss alles beseitigt werden, bevor der Wiederaufbau beginnen kann. Also ist eine Neubesiedlung möglich? Ja, ganz sicher. Ein ganzes Dorf zu bauen ist kein leichtes Unterfangen. Wir brauchen Holz. Viel Holz. Aber das sollte mitten im Wald natürlich kein Problem sein. Zunächst müssen wir Lohnarbeiter anheuern. Und das nicht zu knapp. No. Die Arbeiten sollten unverzüglich beginnen. Es gibt viel zu tun, aber die Mühen werden es wert sein. Ich sehe es schon vor mir. Die Kirche wird sich über das ganze Dorf erheben. Klingt vielversprechend. Wann informierst du Herrn Divish? Alsbald. Ich begebe mich sofort nach Thalmberg. Tak. Aber würdest du indes die Gegend im Auge behalten? Es wäre eine Schmach, bei meiner Rückkehr mit Herrn Divish erneut Banditen anzutreffen. Gewiss doch. Ich halte die Stellung. Es wird nicht lange dauern. О, друзья, это что же, теперь мы здесь должны остаться и в гордом одиночестве защищаться? Willkommen in Pribislavitz. Oder vielmehr, willkommen zurück in Pribislavitz nach all den Jahren. Viel ist nicht übrig geblieben. Keine Sorge, Marius. Es ist schön, wieder in meinem Dorf zu sein. Wenngleich es über die Jahre ebenso anmutig gealtert zu sein scheint wie ich. Mit Verlaub, Herr. Es ist nicht nur gealtert, sondern völlig heruntergekommen. Aber immerhin sicher. Was Heinrich zu verdanken ist, der auch mich aus einer zeitraubenden, misslichen Lage befreit hat. Wenn er nicht gewesen wäre, würde diese Unterredung womöglich nicht stattfinden. Tja, Junge. Letzten Endes ist dir also tatsächlich etwas eingefallen, wie du es gesagt hast. Ich gab mein Bestes, Herr. Я их убил, я заплатил им выкуп, и я хочу компенсацию. Зачем же? Зачем же так врать-то? Я их убил. Sie ließen nicht mit sich reden. Da sie in der Überzahl waren, hielten sie mich für ungefährlich. Das wurde ihnen wohl zum Verhängnis. Ganz recht, Herr. Gut so. Sie werden uns keinen Ärger mehr bereiten. Ich denke, wir sollten nun zur Sache kommen. In welchem Zustand ist Pribislavitz? Herr. In meinem Amte als Lokator freut es mich, verkünden zu können, dass das Dorf Pribislavitz neu besiedelt werden kann. Zudem wäre es möglich, es deutlich über seine ehemaligen Grenzen hinaus zu erweitern. Sehr gut. Endlich gute Neuigkeiten für diese Provinz. Die dringend nötig waren. Und? Was konntet ihr bereits herausfinden? Ich will alle Einzelheiten hören. Так, все надо знать. Это будет чудесная деревушка. Кто будет здесь жить и работать? Не будет ли это слишком дорого? Так, вода и древесина, расположение деревни. Так, во-первых, вода и древесина, да. Hier fließt ein Bach durch und mitten im Dorf befindet sich ein Brunnen. Ja, und das Dorf ist umringt von Wäldern. Wenn wir sie roden, haben wir mehr Land und noch dazu ausreichend Holz für den Wiederaufbau. Ich glaube, wir stehen gerade auf dem Dorfanger, richtig? Dem zukünftigen, jawohl. Das Dorfzentrum wird anfangs aus höchstens 6 großen Gebäuden bestehen. Für mehr ist hier einfach kein Platz. Daher werden andere, vor allem weitläufigere Gebäude etwas entfernt vom Platz entstehen. Das klingt soweit gut. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier mitten im Wald so viel Platz finden kann. Die bisher geplanten Bauvorhaben sind allerdings nur der erste Schritt. Später wird mehr gerodet, um Ackerland zu gewinnen. Und für mehr Bauernhöfe. Aber für den Moment sind andere Dinge eher von Belang. Wie du wünschst, Herr. Так, расположение деревни. Расположение. Что у нас с расположением? Wir haben uns umgesehen. Wir haben eine allgemeine Begutachtung durchgeführt und können bereits die Parzellen grob bestimmen. Ich habe schon einen Bebauungsplan im Kopf und weiß, was man wo bauen könnte. Natürlich brauchen wir eine Kirche. Es wäre schön, die alte Kirche zu erhalten. Dem steht eigentlich nichts im Wege. Die Kirche ist in einem deutlich besseren Zustand als erwartet. Allerdings müsste sie umfassend renoviert werden. Das dachte ich mir schon. Так, а не будет ли это слишком дорого все? Ein ganzes Dorf wieder aufzubauen muss ein Vermögen kosten. Wohl wahr, das wird nicht billig. Bevor sich hier Händler und Handwerker niederlassen können, muss wohl oder übel einiges an Geld investiert werden. Einiges an Geld? Wie viel genau? Zu diesem Zeitpunkt wäre eine genaue Prognose gewagt. Aber ich rechne mit einigen Tausend, wenn nicht Zehntausenden Groschen.
So viel? Ich hoffe, du weißt zu falschen. Да ладно, Индра, у тебя у самого 20 000 в кармане. Aber ein Dorf aus der Asche auferstehen zu lassen, ist nun einmal kostspielig. Dennoch kann ich dir versichern, dass sich die Investition mit der Zeit lohnen wird, Herr. Sofern alles nach Plan verläuft. Ich hoffe, ich erlebe das noch, Meister Marius. Так, а кто будет здесь жить, работать? Вот именно, люди-то сюда вообще придут? Ein Dorf ohne Bewohner ist kein Dorf. Du brauchst neue Untertanen. Allein für die Vorbereitung des Baugrunds sind viele Arbeiter nötig. Wo finden wir so viele Leute, Herr? Du klingst skeptisch, Junge. Skalitzki. Noch eine gute Frage. Ich habe bereits darüber nachgedacht. Ratzig, Hanusch und ich sind übereingekommen, dass es in Rathai eine Bekanntmachung geben wird, damit Leute von dort übersiedeln und helfen. Sie werden davon enorm profitieren, aber auch Pflichten haben. Zumal ich davon ausgehe, dass die Aussicht auf ein neues Zuhause deinen ehemaligen Nachbarn aus Galitz mehr zusagt als ein Zeltlager bei der Burgmauer. Sie werden froh sein, Herr. Ja, тоже так думал. Eine sehr gute Lösung, Herr. Der Mangel an Siedlern hat auch mir Kopfzerbrechen bereitet. Aber jetzt sieht es nicht danach aus, dass das Dorf menschenleer bleiben wird. Ну, дело в том, что не так много тут искалецких, но это должна быть, будет чудесная деревушка. Nun scheint es endlich bergauf zu gehen. Die Banditen wurden verjagt und Heinrich hat sich um den Rest gekümmert. Wann kann die Arbeit beginnen? Unverzüglich, wenn es nach mir ginge. Wir brauchen lediglich Arbeiter und Finanzmittel. Und jemanden, der zumindest vorübergehend für Recht und Ordnung sorgt. Wohl wahr. Ich lasse ein paar meiner Männer hier. Mit Verlaub, ich würde dazu raten, bald einen Vogt zu ernennen. Jemand muss den Wiederaufbau, das Geld und die Bewohner im Auge behalten. Ja. Das ist wichtig. Da du dich bestens mit Grundstücken und Bauvorhaben auskennst, wirst du hierfür die Verantwortung tragen. Du wirst mit dem Vogt zusammenarbeiten. Unterstehst jedoch direkt mir. Ich fühle mich geehrt, Herr. Hab Dank. Und was das Amt des Vogts betrifft, wie wäre es mit dir, Heinrich? Herr? Du hast dich bereits bewährt. Und du hast bewiesen, dass du Probleme aus der Welt schaffen kannst. Zudem ist dir der Respekt deiner ehemaligen Skalitzer Nachbarn gewiss. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß, dass du für Recht und Ordnung sorgen kannst. Wahre Worte, Herr. Machen wir Nägel mit Köpfen. Heinrich, hiermit ernenne ich dich zum Vogt des Weilers Pribislawitz in meinem Lehen. Herr, welch große Ehre. Danke. Dir obliegt die Überwachung und Verwaltung der anfänglichen Neubesiedlung als Grundstein für einen zukünftigen Ausbau. Aber glaub ja nicht, das wird ein Lotterleben, Junge. Vogt zu sein heißt nicht, dass man tun und lassen kann, was man will. Falls du die Siedler schikanierst, werde ich es erfahren und dich deines Amtes entheben. Außerdem können wir in diesen unruhigen Zeiten keinen einzigen Tallenberger Groschen erübrigen. Du musst daher für die Kosten des Wiederaufbaus selbst aufkommen. Oh, ja, danke, Dumula. Aber Marius meinte, es kostet ein Vermögen. Да ладно, ja, ладно, не прикидывайся. Aber meines Wissens kennst du Mittel und Wege, wie man an Geld kommt. Ich denke also, dass du zurechtkommen wirst. Ich frage mich, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat. Da. Ich vertraue dir besondere Aufgaben an. Zum Beispiel die Instandsetzung der Kirche. Damit meine ich den Wiederaufbau, die Bemalung der Wände und einen neuen Altar. Trage Sorge dafür, dass in Zukunft eine gewisse Anzahl von Leuten im Dorf leben und arbeiten kann. Dazu muss der Bau wichtiger Handwerksgebäude in die Wege geleitet werden. Letzten Endes muss das Dorf dazu in der Lage sein, genug für eine Erweiterung zu erwirtschaften. Aber Herr, ich habe noch nie... Ничего, Индра, я тебе помогу. Aber du wirst reich belohnt werden. Ich überlasse dir in den ersten 5 Jahren sämtliche Erträge des Dorfes. Und du darfst die umliegenden Wälder und Ländereien nach eigenem Ermessen nutzen. Ja, also... Ich meine, bist du dir sicher, dass ich der Richtige bin, Herr? Das bedeutet viel Verantwortung. Oh, du hast es selbst gesagt, Heinrich. Es ist eine große Ehre. Außerdem bist du ja nicht allein. Ich helfe dir und überwache die Bautätigkeiten. Puh. Also schön. Wir sind uns einig. Überbringe dieses Schreiben dem Rathaier Vogt. Er wird bekannt geben, dass wir Siedler brauchen, damit wir genug Arbeiter haben, um anzufangen. In diesem Zuge wird er auch deine Ernennung zum Vogt bekannt machen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Herr. Du wirst mich sicher nicht enttäuschen, Heinrich.
Und nun muss ich mich meinen Pflichten in Thalmberg zuwenden. Wenn alles soweit ist, lass es mich wissen. Sehr wohl, Herr. Sichere Heimreise. Lebe wohl, Herr. Да, друзья. Вот это разворотец событий. Доставить письмо. Так, друзья, ну что ж, это, конечно, очень-очень странное дополнение. Вернее, оно, конечно, не странное. Оно... Тут даже какие-то флажки стоят. То ли это флажки после прошлой битвы. Ну, так вот, чтобы Рихтержем назначили Индра. Подожди, да. Вас zum Teufel? Сейчас мы будем злоупотреблять нашими полномочиями. У меня другое интересно. Мы, будучи... Бублик, кстати, это где? Мы, будучи мастером ловчим, ничего, так у нас двойная должность. Не страшно? Котелок тут все еще есть. В общем, друзья, я так думаю, что мы продолжим с вами отстраивать Прибыславец уже в следующей серии. Потому что наверняка эта серия уже превзошла все свои лимиты. Я не знаю, сколько по времени она идет, поскольку на часы совершенно, естественно, не смотрела, пока все тут все эти события происходили. Поэтому я надеюсь, что вы зайдете ко мне на канал и подпишитесь, поставите лайк, прокомментируйте. Друзья, я очень рада, что вышло это обновление. Это именно то, чем мне, в принципе, нравится заниматься. Строить, обустраивать, строить города, создавать, а не только махать мечом. Так, здесь у нас стоит стража. Вот. Так что надеюсь, что вам тоже понравится то, чем мы занимаемся. И я надеюсь, что это дополнение оправдает мои ожидания, а не окажется каким-нибудь очередным мыльным пузырем. Огромное спасибо, друзья, всем, кто это видео посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.